В Семизе открылся новый пляж вместимостью до 1500 отдыхающих. На современной двухуровневой площадке для отдыха могут отлично провести время как взрослые, так и дети. Уголок для маленьких туристов оборудован бассейном, качелями и другими аттракционами. Для любителей солнца есть площадка с удобными шезлонгами. В процессе подготовки и спортивная зона. То, что сегодня открыт один, наверное, из лучших пляжей на территории Крыма, и то, что мы видим сегодня, пока только начало его благоустройства, потому что мне, как сказал генеральный директор, им не хватило буквально еще 2 недель для того, чтобы полностью завести все оборудование, которое будет на этом пляже, то мы можем гордиться тем, что в Крыму такие пляжи есть.